Челнинская спортсменка отличилась. В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин» среди детей младшего возраста. В них принимали участие спортсмены из 60 городов страны, а также ближнего зарубежья – Азербайджана и Эстонии. Челны на этих соревнованиях представляла воспитанница спортшколы «Дельфин» Татьяна Чугурова. Съемочная группа «Челны-24» познакомилась с юной спортсменкой. Тане Чугуровой всего 12 лет. Тренеры пророчат ей большое спортивное будущее. Она – единственная девочка из Татарстана, которая стала победительницей на всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин». Ей удалось стать лучшей среди 900 детей. У юной спортсменки свой секрет успеха. Я стараюсь ни о чем не думать, но я настраиваюсь. А перед стартом я уже ни о чем не думаю, уже вся настроенная на победу. Даже если я не получу первое место, самое главное – это результат, улучшение своих результатов. Вот. Таня никогда не смотрит назад, чтобы не видеть своих соперников и не начать паниковать, если они догоняют. Именно эта выдержанность позволила ей занять первое место в личной дистанции 100 метров на спине и первое место в многоборье. По словам тренера, в каждом ребенке есть способности к определенным видам плавания, а Таня уникальна. Плаваем все. Вот, потому что возраст такой, что плавать надо. Чем больше плаваем, тем лучше, имеется в виду различных упражнений, различных стилей и так далее. В прошлом году она выступала на этих же соревнованиях на 100 метров брасом и 100 метров дельфином. Сезон по плаванию закрыт. Впереди сборы в Волгограде. Лучшие пловцы страны будут тренироваться вместе. И среди них челнинка Татьяна Чугурова. Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, Челны-24.